Нёш, нёш, ты видишь, да? Да. Хороший позадок же пас. И подаёт. Смотри, вы, ребят, вы пас смотрите обязательно. На коротке решили разыграть угловой. Навешивает штрафную, есть там кому сыграть. Ну, теперь все зависит от того, как он подаст этот мяч. И разыграть решили угловой. К дальней штанге летит мяч. Так много игроков, а дальней никто не держит. От души по мячу он приложился. Во фланг Андрюха и на Андрюх кидайте. Все, и подбор забираем. Уверенно действовал в перехвате игрок и выполнил владел мячом. Пониже ЦП. Вот да, вот Тихон, видишь этого с серой башкой? Вот это твой игрок. Не упускай его. Не упускай, видишь, он убежает. Жара. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Кавань. Хороший пас во фланг. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Это хорош. Аут. Кавань толкается с защитником, но мяч сохраняет. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Кавань. Навес в центр штрафной. Хорош. Остается от тебя этот мяч, но не может удержать его в руках. Давай. Думаю, каждый из полевых игроков должен подойти и сказать спасибо своему вратарю за такую игру. Он свою команду сегодня выручил. Джеров. Подстрахуйте меня. Плохо сыграно, мяч потерян. Центр. Отлично увидел возможность и забросил мяч в атаку. Влада, ты жив? Ну, сейчас глюч. Так что страхуйте, я не остался. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока отдавшего передачу. Перехват был хорош. Ну, сам, это тот, кто протестует против обязанности. Он на раньше. Да, нет, не дошел этот пас до адреса. Могли забить, если бы не защитник. Ривалдо офсайд ломает, он за боковой стоит. Да, я опускаюсь. Теперь в атаке уже соперник будет. Хорош. За боковой будут мяч, как бы уводить. Бей. Хорошо, может атака пойти дальше. Есть на кого сыграть. И выносится мяч и штрафной.
мне притонуло. Да, да, нормально. Беги, беги, беги. Играем даже в целом относительно. Другой. Были моменты. Пересек крестовую линию. Назад. Бейл. Потери и у соперника. Теряет атака мяч. Штрафной вынос. Джерард. Ну Шараёв, блин, ебучий. Здорово играет, очень точно делает передачу в сегодняшнем матче. Кавань. Закидом. Отлично сыграно. Может быть опасно. Хорошо, пас, можно обострять. Отлично. Сейчас сказал тебе с башкой бегать сегодня. Вот, давай, шанса. Твой игрок. Без всяких усилий перехватывает. Леша, Леша. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Мяч покинул пределы поля, аут. В штрафную, там есть кому сыграть. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Свисток. Хорошая позиция для подачи в чужую штрафную. Разыграйте на дальнюю, я сзади остался. И скинуть на вторую. Болельщики гостей пытаются свистом привлечь внимание судьи к затяжке времени со стороны хозяев. Если они и дальше будут так неожиданно подъявлять игру, арбитр может выписать пару желтых карт. И разрезающий пас на корт. Джера! Голова оборона должна действовать очень слаженно. Дальний. Интересно, что
говорю, подожди, я в другую сторону выжал. Блять! Из-за шашки может получиться что-то стоящее. Спасибо за фоллоу. Чат не вижу, потом посмотрю. Спуститесь, где бот? Живой, спуститесь один кто-нибудь. Центр дай пас. Похоже, это заходит. Потеряли классно в перехвате сыграли. Последние минуты матча обещают быть весьма горячими. Да, все смотрите. Ебать, ниже, Леш. Пас на корт может быть интересно. Ну, не смогли придумать продолжение в этой атаке и потеряли мяч. Вот это да, вот это прием. Не получилось у атаки что-то тут придумать, мяч у защитника. Нет, не дошел этот пас, но... Основное время истекает через 6 минут. Считанные минуты до конца поединка. Ох, какая нас ждет концовка! Блять, мы... Вот уверен, пошел бы я его встречать, он бы опоздал. Смотри, там остался. Ну что, побежали, Сейчас главное сыграть быстро и четко. Один. И тогда... Хорош. Ну, все еще есть варианты для продолжения атаки. Уебал бы на отскок. Может, добили бы. Не точно следует передач. Основного времени мальчик команды не хватило. Если мы с кем-то там еще остался прячет, наверное, берем, то мы остались. Даже без стыков, возможно. Четыре очка, по-моему, нас устраивали. Да же, Мак? Не помню. Нет, не помню. Последний сорт был на нас играл, так что... Последний у нас со Старой Гвардии играли. А, со Старой Гвардии, ну, значит, следующая. Решающая. Два тура осталось, да? Да. Сделали скрины? Да, я сделал. Окей. Кто-то прогорел. Потому что он просто сложно с пальцем было. Давайте поиграем, чё теперь. Чё, вроде даже не всосали. Блять, так хуёво они играют, это пиздец. И они идут в середине таблицы, нахуй, они хуже Спартака играли. Всё, Вовку отыграли. Спасибо, кто смотрел.